Привет, друзья, видеоканал Русская Америка, меня зовут Еремоша, все в порядке, я добрался до ферри, правда, подмок, вот посмотрите, как выглядят мои брюки внизу, ну и, конечно, ботинки тоже мокрые, так что сейчас я доберусь до Стейтен-Айленда, потом пересяду на метро и буду дома. Позвонила Ире, она сказала, что свет включили. Такая буря короткая. Наверное, поэтому и не было предупреждений заранее, что не очень опасно. Просто большой дождь. И ветер. Все заходят на паром. Я перестал пользоваться машиной для поездок на работу, потому что очень дорого получается. Мосты, туннель, плюс парковка, бензин, время. Я не успеваю отвечать на сообщения, потому что за рулем и не могу отвечать во время движения. Конечно, мне удобно, пока я еду, я в работе, я постоянно отвечаю на имейлы, на Viber, WhatsApp, Skype. Конечно, это лучше, чем за рулем, где за сообщение штраф положен, да и безопасность никакая, если ты будешь отвечать за рулем, это очень плохо. Так что путь у меня долгий, но другого пути нет. Так каждый день, с понедельника по пятницу, с утра до вечера. Все ездят на работу, с работы. Но зато мимо статуи свободы. Два раза в день ее вижу.